Организатором турнира выступила Федерация настольного тенниса России. Идея программы направлена на развитие вида спорта прежде всего среди детей и молодежи. Участниками стали ребята, приехавшие из Тамбовской, Московской, Ярославской, Калужской, Воронежской, Белгородской и Ивановской областей. В течение 6 дней спортсмены в мужском и женском одиночном разрядах будут бороться за звание победителя турнира. В данный момент это у нас 8-е соревнование окружное. Это сейчас играет лучшие дети центра России. А до этого был Северо-Запад, до этого были, значит, Северный Кавказ, ну и так Дальний Восток, Сибирь. То есть мы охватили всю страну. Сегодня настольный теннис становится все более популярным видом спорта как среди взрослых, так и среди молодого поколения. Очень демократичный вид спорта, популярен. Под демократичностью я понимаю, что может играть маленький с большим, высокий, с низким, возраст 10 лет, с 20-летним и так далее. Изначально федерации настольного тенниса ориентировались на детей до 13 лет, но сегодня возрастной диапазон участников расширился. В настоящее время проведено уже более 30 региональных состязаний. На данный момент в городе проходят заключительные зональные соревнования перед финальной частью. 10 ноября состоится торжественное награждение победителей и призеров памятными медалями и кубками. Валерия Сача, Дмитрий Говорков, «Время новостей».